Сомнительно. Меня слышно вообще, нет? Да. Что-то то ли у меня погода, то ли что, или в РК. Вы вообще разговаривали или нет? Нет, мы специально сделали. Я сказал, что тело. Чё, Гриш? А ты где, Женёк? Блять, где? Дома, нахуй. Ребята, у меня что-то пиздец, пинг 700, да, вообще. У меня тоже, я тебе говорю, из-за снега. Ты еще, у меня 14к сейчас было в игре, вон скрин есть. Я рядом с Владивостоком. Ну, у меня, я тебе говорю, тоже пинг 14. Поставили, кушайте. Блять, я сейчас попробую с этого, с телефона раздам интернет. Телефона заебись, по крайней мере, у меня нормально. Телефон раздам, потому что у меня прям пиздец. Сейчас, подождите. Блять, 2300. Блять, пиздец. Или все, или отдуплился он. Все готовы, кроме вас. Так, что кто у нас в танках? Муцин. Драгон. Он предупреждал, что у него может быть и интернет дропнет. Там вот делаю. Что с тем о чем? Он... Ты меня слышишь, Леша? Да. Он говорил, меня предупреждал, что у него в офисе сейчас переделывают интернет. Он может дропнуться. 5. Пока тот готов. По хилам кто где? Шторы пока тут наверху. Нямка, Денчик и Пончик нанизу. Нанизу Войд. Наверху Луцини, Драгонс. Дай проверку. Ну, естественно, сверху. Боже, сверху летает на первой фазе. Бля, есть возможность на телефоны перекинуться? Давай после босса. Ладно. Если, короче, я зависну или вылечу, короче, это интернет. Блять. Какие-то все лагающие, блять. Минус 2 идем. Ну, пошли, минус 2, хуй с ним. У нас снег валит просто. У нас не снег, у нас метель. Не может интернет ебашить из-за снега, блядь. Ну, походу может. Че, похуй, Геру-то дадим? Гера для слабых, походу. Смотрите только за взлет. Он быстро летает, так что реагируйте быстро. Нямка, Гера.
стрелы на краю стоите. Сразу спрыгну. Надеюсь, вы в курсе, что пока что надо больших, маленьких убить. РДД зоны касается. Смотрим, да, сколько фениксов в РДД зоны. Близко подходите, и пончик произведен. До грудиной дистанции, если я нормально. Прыгните все. Блять. Вы нашли, когда убивать. Там милики, блять. Последняя форма. Первая, наверное, будет. Ну, серьезно? Где вы сдох-то вообще? Да сверху не сдох. Хуя они там были вообще? Таунт. Это... А тут подними шторы. Шторы вагу. Вверх полетел. Прыгайте. Вторая платформа. Бафы дадите там по варам и по друидам. Они наверху стоят бафами, не затягиваемся. Снизу. Таун. Нажми. Я таун.
Мелики на низ прыгаем, мелких подбиваем. Чтобы у них по 20% оставалось. Кажется, когда переведете. Переведем. Драгон заберешь, босса заберу. Лучше подойдите. Давайте РДД мелких. Медики по боссу. Вейте, мобы. Мобы подвигаем. Уже стоим РДД зона. Взлетел, собрать скучно. 40. Кучно собрались все вместе. Ряд жанр. Сливать, бить. Не, один завис. Один. Все нормально. Не слить. Стоп. Добили. По два раза нас отбрасывают, мы вообще дохнем. Бейс. Наверх полетел. Сыграл. Вот сын, чё сыграл? Спланк. Почему у тебя 2 ДД, блядь? Доктор мелк. Освободишься, поднимешь мяку. Медведош, ваго. Где расскажите, когда? Лоу, почему угля дадите?
что я его добиваюсь. А как? Я не могу понять, зачем вы убиваете, когда босс исчезает? Вы что, блядь? Это что, сложно так сделать, что ли, или чё? Дом. Я просил дом. Типа просил, когда уже через 5 секунд босс залетел. Каску дайте и лапу. Вот нахуя? Вот нахуя? Что вы делаете? Нахуя вы сейчас бьете, блядь? Конченая, что ли? Это пели за неделю. Да стопайте, мы не успеем его добить. По черепу не бить. Бля, бьют 3 человека, блядь. Вы можете добить после того, как остались лоу хпшные, как он садится? Квадрата фул хп. Что, нельзя подбить его? Еру, дай. Так хуй забили на квадрат. Уже похуй. Честь. Квадрат не убейте теперь. Не убейте. Да кого там нахуй? Ставь его в стороне. Заберись меня лучше потом. Набивайте, блять, мелкий. Два дамы. Все, приземлиться убьет. Люха, ты иду там минут 5 на трэше перед роботом. Срочно там ребенку надо. Приболел ребенок. Здорово всем. Здорово. Только свет дали. Да, вага, умудриться сдохнуть за секунду долбить. Все, погнали на робота. Что, кому прессовать? Мне. Ладно, сдохнуть более 3 раз. Кликни, да мне один. Похуй, верите, нет. Кликни они... шестую группу это полностью с рейда кикни, чтобы им не начислялось. Флага сила в коровах. Хуйня твоя корова. Кому плюсануть? По нику. Пока не плюсую, сейчас вага начистит епшку, забыл. Там за приход еще. Приход было. Не было вроде. Не, вообще как-то не было. Только свет был и все. 500. Сейчас
Сейчас 500 начислишь, и потом... Сейчас шмот раздадут, начислю. От Алдорама кинопать. Я писал, что у меня свет включили. Ну сейчас тебе кинопать, начислят ЕПшку, чтобы тебя не снимать, блядь, надо трэшить. Все, я перекинул на телефон. Пиздец, нахуй. 11 тысяч было. Пинг. Сейчас нормально. Все равно же не сдал. Ну, короче, под конец у него осталось 30 лямов, а ты такой говоришь, 2 ляма у босса осталось. Ну да, не сдох. Я просто потом уже понял, что пиздец, я в стороне встал и стоял. Япончик, все, лут раздал. Да. Дарам лети сам сразу. Недалеко. В Агримар там, блин, есть. Через Агримар в запределье. Потому что мы на трэш. Ах ты выжил. Хуя себе. Два раза выжил. Без прожимки. Блять. Ну если... Мишка, иди танч. Только одного, а не два. Совы тайфоном перезарядку сбивайте. Если есть возможность. Танки падать не будут. Шаман тоже может там, да. Не тот каст сбивает. Зачем вы это сбиваете? Перезарядка каст идет тогда. Да, перезарядка каст моба. Так, там еще ветруганище поднял. Локи в бан, давай, блин. Своим мяком. Ну, затяни подальше. Таунт. Ты чаржишь его. Рада в полете, да? Да. Такое ощущение, буду превратиться в корову, меня больше не будет. Все, отпускайте бан. Баны снимите.
Контроль все. А вопрос такой, на Лока вообще тут Т5 кому-то надо? Где? Япончик. А, блядь, я звук... Нет. Чё, все ушли, что ли? Не, слушаем, говорим. Да нет, просто обычно на Лока Т5 никому уже никогда не надо. Надо кому-то? Кто там? Кто там у них там? Лок? Кто еще? С кем вы делите Т5? Махант, Лок, Махант. А нужно кому-нибудь Лок, Махант? Магам не нужны. Локам вряд ли. Хант у нас один, да? Хант у нас один. Где у нас второй? А? Не знаю, спроси Никитоса, нужно, нет? Никит, тебе надо, нет? Понятно. Да я к тому, что просто ну что, просто в гости останется. А можно Локом взять? Если вдруг упадет. Как бы 1014 я Локом дам. Да так Леша спросил. Не, ну я. Да, я у него и спрашиваю. Ну вообще, пианист говорил, что можно будет заходить клинами, чтобы одевать им 5, ты должен давать ДПС. Ну я говорю, 1014, ну в прошлый раз я на Сурфанге 15 дал. Ну возьми твоего лока, значит заходи. Не, просто я... у нас сегодня реально никому я не нужно, но... А, вот пришел. Я говорил, что я подумаю. А, не, просто я сейчас общаюсь, не слышал твою фразу. Как бы никому не надо, как бы, может быть, есть возможность зайти? Нет, как бы. Пятнашку, ну, 14-15 я дам. Пока ну, Локов пока... не убит первый босс, никакой возможности твином зайти в рейд не будет. Сразу говорю. А, ОКХМ? Да. Я сказал, что я подумал над этим, если убьется ОКХМ хотя бы один. А, ну понятно, значит меня не было, когда ты это говорил. Ну ладно, я понял. Тогда я, может, разрешу твином запускать. Так, Тим... пока что. Забери. И то, естественно, если я разрешу твином запускать, то твины должны быть 265+. Это про что? В рейд запускать.